Понятно. Считайте 10 секунд, и вы будете на стриме. Мы в эфире. Да, в эфире. Всем привет. Всем привет. Сегодня мы играем в серьезную игру для серьезных геймеров. Она называется Serious Sam, Серьезный Сэм. Это Серьезный Сэм! И мы начинаем. Это Серьезный Сэм. Это Серьезный Сэм. Мы играем на сложности изи, чтобы на Сент-Каньоне сделать великий буст с камикадзе, который ты зафейлишь. У нас таймер начинается, когда я выхожу в Нетриксу и начинается уровень. Так что 3, 2, 1. Погнали. Let's go. Первый уровень просто как дефолтный, то есть он проходит за очень мало времени. Здесь просто из точки А в точку Б надо бежать, 35 секунд занимает. Да. Или 34. Ну, сап 34 или не геймер? Let's go. Надо таймер в игре включить. Сценарий у нас чё? Алло. И мы подбираем оружие, мы должны, по сути, здесь походить казуальную арену, но нам игра позволяет пройти. Да, там двери открываются, можно просто пройти и скипнуть все это. Сент-Каньон. Здесь начинаются первые баги, так скажем. Самое настоящее. Мы тут выпадаем в Out of Bounds. И мы должны столкнуть камикадзе. Да, собрать их в кучу, чтобы дэмэдж буст большой получить и вылететь за пределы уровня. Походу придется ресетнуть. Давай, third try, fourth try, fifth try, sixth try. Окей, у меня получилось не с первого раза. Ой, это рановато будет. It's fine. Это стандартная ситуация, тут практически все ресеты происходят. Да, такой reset point в начале. Походу у нас и второй ресет будет. Да не, нормально. Давай, почти получилось. О, окей, сейв, у нас сейв сделай, да. Out of bounds в этой игре работает так, что когда ты находишься за пределами уровня, тебе просто ну клип дается. Да. Поэтому мы будем вылезать везде, где это возможно, в out of bounds, и просто напрямик в конец уровня лететь в триггер. Но это, на самом деле, это даже не самая главная руина всего рана. Самая главная руина будет немного попозже. Окей, гробница Рамзеса. Ой, ты не сделал буст от камикадзе. И буст от ракетчика не сделал. Да. Окей. Тут особо нету таких серьезных глюков, здесь, да, здесь просто напрямик бежим. Тут... Но есть пару моментов, где можно скипнуть, но это не является таким... Прям мейджор каким-то скипом не является. Вот здесь, да, например. То есть это секретная зона, которую нужно было с другой стороны заходить, а здесь просто со светильника перепрыгнули. Здесь тоже перепрыгивается триггер. Таракан, когда Макс Пасен на русском? Никогда. I'm sorry to bring this to you, but I guess this never happened. Здесь мы делаем edge jump, то есть мы должны подобрать такой угол, где должны прыгнуть... От угла текстуры, это увеличивает момент Сэма и... Мне кажется, я зафакапил. У меня не получается почему-то. У тебя получится! Окей, получилось. Да. Yeah. И тут мы убиваем Гнара, потому что он за нами будет идти почти весь уровень, если мы его не убьем. Здесь мы берем камикадзе на себя. Он либо забустит, скорее всего забустит. Тут, по сути, должно было быть то, чтобы он меня засейвил как раз таки, а не бусанул, но... Получилось и то, и то. Да. Итак, здесь тоже, по сути, мы должны казуально проходить арену, но мы можем перепрыгнуть забор при помощи клира. Не, ну никаких багов тут особо нету, но мы тут перепрыгнули забор, там перепрыгнули триггер, там это сделали, там то, тут буст от камикадзе. Что, какой-то эдж-джамп, как-то очень богатый уровень событий. Окей, Долина Царей, тут уже мы выпадаем в Out of Bounds при помощи быка. При помощи быка. Да. Мы не убиваем Гнара до того, как мы дойдем, где у нас уже бык появится. Сильно долбите, okay, или вот сильно долбите пробел. Тебе это нравится? Да.
Ё-моё. Алло, ты чё, бухой? Окей, у нас немножко все говно вышло, но, в принципе, я не удивлен. Все, что происходит на марафоне, обычно все говно получается, поэтому... It's fine. Never mind. Здесь я должен был получить буст. И здесь мы должны стать в определенный спот, чтобы он нас запустил, и это получилось сразу практически. Алло. И мы выпадаем в out of bounds. Да, летим в концовочку. Привет, ребята, могу ли я зачитать донат, пришедший нам? Да, конечно. Да, самое время. Нет. Самое время. Так, нам пришло два доната. Первый донат — это Анимелиодес задонатил 1000 рублей без текста. Второй донат — это Шиго Кимура задонатил 5000 рублей. Между прочим, 5000. Хайпим в чате, если вы, конечно, можете писать в данный момент. Ну что ж, отличное начало. Всем кайфа и приятного времяпрепровождения. Было написано в донате. Спасибо большое всем, кто задонатил. Будет отличный марафон. Я пока отключаюсь. Можете забирать дальше. Окей, Оазис, это самая главная руина всего рана. Мы должны заспавнить биомех, чтобы он нас забустил. После появления второго биомеха разворачиваемся на ту гору. И мы должны словить буст от клира и биомеха. И это очень рандомно. Я не получаю буст. Вообще ни капли. Это неплохая попытка была, но нам, походу, будет ресетать. Почти, давай. Нам нужно в ОБ попасть здесь. Да. О, почти. Хорошо, что не засейвил. О! О, получилось? Ну, почти first try Oasis. Да. Почти. Раньше здесь выпрыгивали с трамплина, касаясь аклира. То есть клира на тебя прыгает, и с трамплина внутри здания прыгаешь на клира и выпрыгиваешь в окно наверху. Раньше так делали. Я до сих пор лично так делаю, потому что это для крутых. Но это очень древняя стрека. Да. Окей, дюны. A long time ago in Galaxy. Тут мы находимся в пустыне. Здесь элементарно, просто тоже из точки А в точку Б. Здесь единственный скип, то что мы скипаем вот эти первые две арены, просто с помощью быков перепрыгиваем на финальную арену. Окей, мы сетапим быка, чтобы быков. Он перелез один на вот сюда, на этот спот, но он не сделал, поэтому у нас, возможно, быки будут говно. Просто не прыгаем. Да нормально, быки. Хорошие бычки. Окей, возможно, мне придется. И давай. Вот, мы на финальную арену. Окей. И здесь мы берем таблетку, чтобы у нас появились ресурсы, боеприпасы и все такое, но мы не должны зачищать арену. Тут у нас есть клип. Мы спавним клиров, ждем, как они дважды выстрельнут свои цепи, и мы при помощи них попадаем на следующий уровень. Это пригород, субурбы. Тут, по сути, нету гличей, но это казуально. Тут проходит уровень максимум за минуту. Берем гранатомет, чтобы убить Гнара, мы это сделали. И чтобы пройти уровень, нам надо активировать две кнопки, которые открывают нам проход в канализацию. Ты будешь делать мою раскид? Ты не нажал. Окей, я забыл засетапить на Е, неважно. Оп. Убил. Убил, да. Сразу видно по анализингу, что ты убил. Как же непривычно. Это какой же нереальный таймсейв от этого раскидона? Гнар, короче, выжил, оказывается. Ладно. Окей, канализация. Неважно, канализация, плывем. Здесь тоже straightforward, здесь тоже такие какие-то просто, да, из точки А в точку Б. Да. То есть, по сути, никаких скипов нет.
Как же непривычно нажимать на кнопку вправо, потом это, кнопку вправо мышки. Люди жалуются, говорят, тебя плоховато. Но ничего страшного, окей. Спин-то прямее, и тебя будет видно. Здесь мы просто проходим казуально. Единственное, что мы скипаем, это триггер. Великую дверь, которая закрывается. Да. Если мы не перепрыгнем, то спавнится рептилоиду. И мы это сделали. Здесь попадаем в воду, и нам надо получать бусты от рыб. Это не просто рыба, это, по-моему, рибийская электрорыба. Как-то так она называется. И... она по суше может передвигаться, может. Да. И конечный буст. Оу! Оу, май! Отлично. That и Метрополис. Was... это самый длинный уровень. Здесь мы делаем страту, которая называется подсосок. Мы сделали с первого раза. Это фёстрайская! Давную страту придумал инвайв. Нам надо стрельнуть рядом с соском, то есть не в другие части тела, а именно прямо рядом с соском. Если вы, ну, и при этом нажать одновременно пробел и вперед. Mm. Да, то как в Сэме работает физика, то есть когда Сэм... Тут я обычно стреляю, чтобы ориентироваться, куда мне идти. Дай мне сказать, пообъяснить, что это прикол, okay. Который так все знают. Когда Сэм прыгает от наклона к поверхности, он больше скорость получает. А когда ты стреляешь в безголового, то он как бы голову, ну, то, где она была, наклоняется так, и там образуется угол, от которого происходит такой подскок. Окей, по сути, мы доходим до ласт-арены, которую нам все-таки придется защищать. Так как мы играем AnyProcent, а не AnyProcent Unrestricted. Да. А здесь у нас будет трамплин, то есть джампад. И мы будем... не проходить сразу первую арену, мы уйдем за пушкой и вернемся. Мы просто стригернем арену, чтобы там спаунились камикадзе. Да. И за тем... то время, что они спаунятся, то есть это аутоскроллер, мы времени никак не теряем. Поэтому да. Фаля побежит, просто возьмет пушку заранее, чтобы от нее бусты делать. Так как это единственное оружие в игре, которое на легкой сложности дамажит игрока, и с помощью него можно делать бусты, соответственно, можно делать скипы. Вот здесь арена находится, и мы убиваем несколько камикадзе, так как позволяет. Мы можем убить, пока двери не закрылись. Или вам с этой арены нахер. И сейчас мы должны перепрыгнуть яму. Это на самом деле вроде как и тяжело, а вроде как и легко. Но есть один сетап, который придумал Карбон. Надо практически смотреть на угол 45, что ли. Вот примерно как-то... что ли? Вот так вот. И отсюда прыгнуть. О, получилось. Second try. И сейчас мы будем идти за пушкой. Какие высокие двери в Древнем Египте? Да, кстати, это игра про Египет, если кто-то не понял сначала. Во втором знают, что это игра про Египет. Во втором происшествии уже игра поделена на несколько континентов. То есть сначала Южная Америка, потом Персия, потом Средневековье, то есть Польша. Средневековье — это Польша. Речь Посполитая. Речь Посполита Польска. И мы сейчас идем... по такому пути. Просто обратно валим. Да. Здесь мы, нам надо... мы походим так, потому что нам надо забрать миниган. Да. Ты не будешь прыгать с быков? И после от быка нам надо... это очень высокий джамп. Just look at that. Жесть. Что происходит? Давай. Окей. Не в том споте я стал, но тем не менее мы сделали. Тут можно прыгнуть и от пушки, если у нас не был бы армор. А у нас есть армор, поэтому я не стал прыгать.
И возвращаемся на на эту арену уже заполненными камикадзами. То есть полностью. Я тут обычно приближаю свои глаза к монитору. Вместо того, чтобы бинт нажать. Нет, там, если я нажму бинт... Это другое, да? Там не видно. Оу, как много котлет. А, я, возможно, убил. Мне очень нравятся гипсы в первом Сэме. Вот как огромные просто красные куски сырого мяса. Окей, а у нас теперь... Очень прикольно. Особенно, когда гарпии разлетаются, просто фарш летит. Во-во-во. Вы видели? Видели? Смотрите, как летит. Мне всегда это забавит. Очень круто. Это гарпии называются, да? Это гарпии, да. Я иногда их называю сфинксами, я не знаю почему. Окей, я думаю, самое время переключить оружие. С гранатомета. Гарпии. Стрелячий. Да, с гранатомета они хорошо отлетают. Не чтобы... Как бы... Хорошо. Просто патроны засейвить. Так, ребят, могу ли я зачитать донат? Да, вообще. Самое время, у нас длинная скучная арена. Хорошо. Значит, Фоккер 4 задонатил нам 1500 рублей. Я оплатил комиссию, отправив также комментарий Бубу Баба. Спасибо большое за донат и за настолько крутое сообщение. Это финальная гарпия. После их убийства у нас исполняются боеприпасы с броней. Вот здесь они исполняются. И у нас исполняются быки. Можно их убить. Вначале. Просто... Тихо. Извиняюсь. Тихо. Это просто... Calm down. Keep calm and play serious. Окей, и активируем большого красного финальную арену. Мы должны были зачищать ее пушкой, но из-за того, что я потратил много патрон, мне придется это гранатометом все убивать. В принципе, я обожаю арену. Само слово Египет греческое. Ты знаешь эллиника? Ты. Ага. Так, сейчас биомех у нас исполнится здесь. Красный. Биотуалет. Оп. И мы зачислили. Сейчас у нас будет предпоследний клир, и нам надо будет. Именно поэтому мы и брали пушку. Да. Ну, одна из причин. Ой, вообще но никуда ты, но ты немножко не успел. Ну, вообще их нужно. Не, у меня патронов мало, А. Вот. Берем пушку. И нам надо идти прям в центр клиров, что ли. Вот примерно где-то здесь встать и убить ядром всех. Окей, сфинксы. Это короткий уровень, по сути. А здесь практически та же механика, то, что и на дюнах. То есть мы будем клипаться в конце клиром. Но здесь немножко другое. Здесь клипаться намного тяжелее, чем на дюнах. Тут уже надо выбирать тайминг. То есть, если мы могли просто стать тогда на дюнах возле дверей, и нас бы клипнуло в любом случае, то здесь нам надо придется прыгнуть в точный тайминг, чтобы он нас пропустил. С максимальной силой ударил. Да. Вот. А здесь бык спавнится, мы на нем бустимся. О, нет. Все нормально. Где бык? Алло, здорово. Мы на нем бусимся до этого забора. И у меня есть ядро на то, чтобы один раз забуситься от быка. Ядро. Если не получится, то это не будет страшно. Оо. Окей.
Но у меня слишком много брони, поэтому я сниму прочие камикадзе, которые здесь будут. Да, из-за того, что у тебя много брони, тебе, да. Ты меньше получаешь буст от урона. Да. Броня здесь не только как бы ХП резистит, но она также снижает буст. Окей, не буча с первого раза, но это не важно на самом деле. И вот, подбираем айтем, то есть вот это ставим штучку, я забыл как это называется, извините. И идем к двери. Убиваем нам отвлекающих врагов. И вот, у нас там клир. Нам надо подвести его поближе к дверям. Этого тоже клира убиваем. Сделал несколько сейвов. Да. Рискованно. Вот, он к нам идет. Ну, не получилось. Ну, я не знаю, почему не получается. Come on. С третьего раза. Вначале мы делаем прыжок с пушки. Это Карнак. Тут финальная арена тоже есть. И она тоже не скипается. Да, ее скипнуть абсолютно невозможно. Ну, как, возможно. Просто проблема в том, что мы играем в Any Percent, а не в Any Percent Unrestricted. Кильтас тут придумал стату, то, что можно через меню выбраться за картой. То есть... С помощью багов главного меню можно как бы нескольких игроков в одиночной игре заспаунить, и игрок, который изначально первый был, а ты заходишь за второго, его клипает в момент загрузки. Да. И да. То есть это можно сделать, но в классической категории это запрещено. Потому что первоначально такого скипа не было, и это было бы обидно, если конкуренция такая была бы. Собственно, вот последняя арена. Ее никак не скипнуть. Unskippable. Мы подбираем вот это, именно вот этот рюкзак. Потому что он триггерит. Да. Арену. И мы разрушаем пальмы, чтобы они нам не мешали. Окей. Спамился первый камикадзе. Я ни хрена не помню, где они спавнятся. Ты справишься, мы в тебя верим. Но это на самом деле не важно. Вообще, должны здесь спавниться. Я уже ни черта не помню. Я надеюсь, вы меня простите за это. Мы тебя прощаем. За то, что ты не помнишь камикадзе. Окей, что-то много камикадзе. Благословение. Не сошло до тебя. С твоей стороны. Вот здесь должен заспавниться, и это последний. Газа нет. А, еще вот эти. Я про них забыл вообще. И это последний, да? Это последний, да, вот это последний. Все, отлично. Тебя Кильтас и Воксет простили за то, что ты забыл про камикадзе. Про клиров тоже. Не расп... Ну, клиры я больше помню, чем камикадзе, поэтому... Неважно. Окей, клиры. После клиров у нас спавнятся скорпионы. Они по таймингу рассчитаны. У меня таймера нету, поэтому я буду просто на раном стрелять. По ощущениям, мышечная память. Масса номер. Неважно. Окей. И сейчас у нас будут карпи. Ты специально броню не берешь. Чтобы не мешало. Да.
У нас на следующем уровне будут будет скип. Скип. Луксора. Полный. Да. Полный как и у нас, по сути, осквернительный скип Луксора. Такой крутой уровень. Один из моих самых любимых. И он полностью все скипнет. Да. А я рюкзак подобрал, у меня мало патронов. Думаю, мне хватит все равно. Если бы здесь была гитара, то марафон бы сорвался сразу. Спавнится гарпи. Вот. Сделаем, но спавнится. Это мерзкие гарпи, потому что они ломают гнаров, и они в 100% прохождении очень сильно мешают. Кто понял, тот понял. Немногие поймут, почему это так необычно и уникально. Окей. Сдохнем. Окей. И у нас здесь секретное ХП. Сим-сим, откройся. Вот у нас будет текст, и нам надо, чтобы мы посчитали секунды. Но у меня нет таймера, я считай на ощущении. Раз, два, три. Ты слишком быстро считаешь. Пять. Я слишком быстро считаю. Я просто на ощущение. Я округляю в большую сторону просто. Чтобы точно успеть. Я слишком. Окей. Да, здесь раньше времени двери почему-то открываются. Потому что мы быков. Там детект на быков да. Просто стоит. Да, и, но по сути арена должна быть продолжаться. Она еще должна продолжаться, да, несколько заходов должно быть. И биотуалетов красных, и бычков. Но игра запуталась. Как? Да. Окей. Как говорится, как говорилось в одном разборе. Эта игра слишком крутая, то что у нас дверь закрывается. Просто без причин. Окей. Ну, нам здесь мобы выбегали просто. Мы здесь агрим гнаров, чтобы залезть вот сюда. И потом при помощи пушки мы залетаем out of bounds. И почти было сейчас. Перелет. Я не знаю, почему это не с первого раза получилось. Перелет просто был. И вот. А мы здесь берем 25 брони и 200 хп, чтобы мы на следующем уровне залетели на дверь, я так скажу. Вы сами сейчас поймете, о чем я говорю. Извините, если я там как-то пытался маты сказать, я не специально. Тысяча извинений, ради бога. Да. Я не специально. У меня язык. Калитас хочет, чтобы ты ошибся. Он говорит, он пишет: ошибись хоть раз, прошу. Просто на коленях уже перед компьютером стоит. Пожалуйста, ну хоть разочек где-нибудь. Вот, я ошибся, пожалуйста. Я не специально, извините, если матерюсь. Окей, вот. Пирамида, финальный уровень. Финал. Здесь мы берем пушку, и мы взяли армор, чтобы у нас было много хп оставалось. Здесь мы застреваем, и мы должны по очень точному сетапу скипнуть всю эту длинную, скучную историю с пирамидами. Да. Мы должны были нажать... Там очень долгая арена, вот в этом дворе, который он перелетел полностью. Да, мы скипнули... Там раундов 4, по-моему, и они очень долгие. Да. Very long. Они длится около 10 минут. Да, там миллион клиров, потом быки, миллион быков, потом миллион. Все это просто подчистую. А здесь мы должны убивать несколько... Буститься от быков и немного их сливать, чтобы да. Слишком много потому не было, что... вообще не мешают. Да. Все они просто заоверранят тебя в ином случае. Надо еще следить за этим. Следить за механоидом, следить за количеством ХП. Слишком много вас. 76 здравия всего лишь. Я засейвился. Не важно. И вот, мы подошли к этой двери. Он активирует дверь. Вот этот покой. Великую пирамиду? Да. Меня бык запустил. Не важно. Я его убью. И вместо того, чтобы там сражаться с множеством врагами, мы отходим
У Гогзана никто не отменял. А у Гогзана никто не отменял, мы на счетчике. Мы уходим назад, чтобы нанести больше урона Гогзану. И чтобы у нас было не миллион клиров. Вот. Ну, нет, у нас будет миллион клиров, но именно не возле двери. То есть мы сейчас можем спокойно нанести ему урон. И залутаться заодно. Да. Примерно как 200 брони. Да, вообще цель всей игры на этом корабле вылететь. Я не знаю, зачем, к чему была вся эта резня. Наверное, просто для лузов. Ой, сзади клир. До свидания. Хм. Фаля, ты спасаешь долгий стап марафона. Да. Полчаса на таймере вроде. Ты можешь за это время 100 раз убить просто к працам отправить. Мы еще финальную сцену успеем посмотреть. Там очень смешно. Вот у нас миллион клиров, мы можем убить их за раз буквально. За раз? Гранату. Всех этих клиров надо просто поймать и взорвать этими гранатами. Все отлично, я их всех убил, по-моему. А, нет, ну это не важно. А, можем здесь еще подамажить, лучше сделать это с минигана. Потому что нам нужны патроны для продолжения сражения с ним. Чтобы продолжить сражение с ним. Мы заходим к Гогзану, и мы должны активировать все вот эти луч, ну чтобы штучки, чтобы активировать луч. Чтобы активировать луч. А первоначально мы должны стрельнуть 8 раз в грудь ему, чтобы он подошел к нам немного. Да, нужно, чтобы он в середине. Да. В казуальном прохождении это делается за 2 цикла, но так как мы спидраним, мы должны это делать за 1 цикл. Я в детстве никогда не спидранил, тоже за 1 цикл делал. Не аутрированно говорю. Ну да, если его можно надамажить, но не до конца, если его до конца дамажить, то он отрегенится. Гогзан полностью практически рандомен. Он может не встать на луч, либо встать. Это полностью рандом. Мы сейчас узнаем, встал ли он или нет. Я думаю, алло! Что, я думаю, что его достанет. Если он слишком как-то по-узбекски стоит. Ну, ай! Ослеп сильно. Иди. Вроде бы он встал. За это отвечать я не буду. Я надеюсь, он пойдет. Неважно, он встал. Как только отберут управление, таймер останавливается. Да. По сути, когда катсцена начнется. Да. Дело не в размере, а в том, как его использовать. Привет, Александр Бардаку. Стоп. Это САП 33. Поздравляю. Спасибо. Вы успешно справились, прошли боевое крещение. Теперь вы настоящий серьезный Сэм. Это серьезный Сэм. Ой. Что, расплата? Это для кого-то надо. Вот. Мы можем посмотреть полностью титры, но если это вам интересно, конечно. Тут мы звоним, куда я забыл. Мы Менталу звоним и говорим, что все, как бы. Да. Твоя контора закончилась. Но, по-моему, у нас сбрасывается труба и начинаются титры. Да, и начинается один из лучших треков за всю историю видеоигр. И, по сути, должна начинаться второе происшествие, но это уже будет рассказывать Воксит. Второе происшествие. Да. От 1С и Никиты Джигурды. А мы прошли первую кровь только. Да. Да. Хм.
Алло. Алло. Ну как там с деньгами? Да нормально все. Ладно. Все. Ладно. А, спасибо за то, что вы смотрели. Да. Спасибо зрителям, спасибо, да, вот сейчас... спасибо большое донатерам, да. И в том числе особенно тем, кто вообще без текста написали. Вообще все красавчики. Вообще, вот кто был, вот эти все 199 зрителей, я вас обожаю.